Теремок ТВ представляет. Собираем силуэт. Привет, ребята! Смотрите, какой интересный силуэт! Что же это может быть? Давайте соберем его вместе и узнаем. Вот здорово! Это же настоящая золотая рыбка! Интересно, а это что за силуэт? Может, это тоже подводный житель? Сейчас узнаем. Это краб. Какой он симпатичный! Ух ты! А это что? Пока непонятно. Давайте скорее собирать. Отлично! Мы все сделали правильно. И получилась забавная черепашка. Мы собрали три силуэта. Давайте посмотрим на них еще раз. Это рыбка. Она живет под водой. А это краб. Смотрите, какие у него большие клешни. Это морская черепашка. У нее очень прочный панцирь. Вам понравилось собирать силуэты, ребята? Тогда до следующей встречи!